Здравствуйте, меня зовут Мария Полякова. Тренинг с «Бычья мечта» прохожу в третий раз. По результатам прохождения тренинга могу сказать, что, во-первых, прибыль выросла у меня больше, чем в 3 раза по сравнению с позапрошлым годом. Исполнилось 70% прописанных желаний. А желания у меня, надо сказать, не из маленьких, типа там купить сапоги или записаться в фитнес-клуб. Такие желания исполняются по умолчанию. Ну, например, я смогла приобрести новое оборудование для бизнеса, стоимость которого иногда достигает стоимости квартиры. Купила себе новую машину, такую, как прописывал, даже лучше. Правда, не смогла реализовать планы по путешествиям, однако в связи с карантином это было невыполнимо. Нужно понимать, что иногда мы не можем сиюминутно повлиять на ситуацию, но планы отменять из этого ни в коем случае нельзя. Можно просто перенести их на другие даты. В этом году во время пандемии мой любимый супруг очень тяжело заболел пневмонией. Попал в больницу в тяжелом состоянии. Павел Борисович лично поддержал меня, помог советами. Отдельное спасибо за его трансы по повышению иммунитета. И огромное спасибо моим однокурсникам, с которыми мы вместе учились на Алтае в золотом коучинге, за поддержку мне в такое тяжелое время. Люди из разных стран говорили добрые слова, молились, направляли свою энергию, чтобы помочь мне и супругу в этой беде. Самое удивительное произошло, когда я на следующий день, буквально после того, как мой муж попал в больницу, получила золотые билеты как участник тренинга с «Бычья мечта». Первым делом я прописала, чтобы мой муж быстрее выздоровел, оставался здоровым и жизнерадостным, и мы прожили вместе еще долгие годы. И буквально через пару дней супругу действительно стало легче, температура спала, стал лучше дышать и быстро пошел на поправку. Не знаю, может, это совпадение, может, помогли наши общие усилия. Я благодарна всем врачам, которые лечили моего Сережу, правительству за возможность получать бесплатную и качественную медицинскую помощь, друзьям, родственникам, семье, Павлу Борисовичу Колесову и ученикам за моральную поддержку и неравнодушие. Много чего еще можно сказать, но я хочу подытожить. Изучая тренинги в школе Колесова, вы не только получите новые, необходимые для успеха в жизни знания, но и приобретете много друзей и единомышленников. А это никакими деньгами не измерить. Спасибо.